По вечерам ежик ходил к медвежонку считать звезды. Они усаживались на бревнышки и, прихлебывая чай, смотрели на звездные. Она висела над крышей прямо за печной трубой. Справа от трубы были звезды медвежонки, а слева ежик.
Потом синюю дуга жарит. Ёжик! Где же ты был? Я звал вас. А ты отвлекался. Я уже и самовар на конце ростов. Кресель плетеный придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем, молим. Ведь кто же, кроме тебя, звезды-то считать будет?